Мы прибыли туда, где вас выпустят. Следуйте за мной. Давай, вылезай на палубу и постарайся вести себя прилично. Чем раньше ты уйдешь, тем скорее мы отправимся. Наконец-то вы прибыли. Но в наших записях не указано откуда. Замечательно. Без сомнения, здесь для вас самое место. Следуйте за мной в канцелярию, чтобы закончить формальности с вашим освобождением. Я так не думаю. Да, мы ожидали вас. Вам нужно зарегистрироваться, прежде чем вас официально освободят. Выбирайте сами, что указать в бумагах. Очень хорошо. В письме, которое мы получили ранее, упоминалось о том, что вы родились под определенным знаком. Под каким? Когда выйдете отсюда, покажите ваши бумаги капитану, чтобы получить пособие. Возьмите ваши бумаги со стола и идите к капитану Гравиусу. Интересно. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Подойдите к следующему зданию и поговорите с Селусом Гравиусом.
Документы, пожалуйста. Документы, пожалуйста. Теперь в любое время. Я жду. Что? Почему вы меня беспокоите? Продолжайте. Что? Почему вы беспокоите меня? Что бы вы ни искали, я не смогу вам... Мне не очень хочется говорить сегодня, простолюдин. Что это было? Сначала детей. Самое странное. Специальное путешествие только для вас. Цены такие низкие. Может быть, и ничего.
смотрите, за мной, короче. Что я вам хотел сказать? Когда в армейке нам это упражнение показывали, да?